Всем привет, ребят, с вами Туз, и сегодня мы поиграем Gunble Reloaded. Это такая прикольная флешка, я решил запилить по ней обзорчик небольшой. Давайте сразу начнем. Тут играть будем рэмбоподобным таким шаром, который будет всех разносить просто налево-направо. Боевой шарик. Собственно, у нас здесь есть деньги, полоска наших уровня нашего, скиллпоинты. Это кто? Ты чё? Видели, да, какой-то чувак вылез, я не знаю, что это. Может быть, плюшка. Тут же квесты есть. Победить в битве, убить 20 врагов и 1000 коинов получить. За них мы получаем награду за квесты. Также покупать оружие можно. Тут его просто нереально много. Тут мечи, палки, всякие улучшения. Также еще и скиллы есть. Тут деньги, броня, урон, жизни и активный скилл. Давайте начнем сразу разносить их налево-направо. Так, внимание. Ладно, давайте. А, собственно, бегаем на стрелочке и прочую фигню. Убейте врагов. Оба. Ух ты, сразу кучка. Ну ничего, мы их разберем по очереди. Но они пока на изи вообще выносятся, потому что ничего себе не представляет. Просто бегают кругами. У нас хп настолько толстый, что они просто нас не пробивают. И мы их сливаем очень быстро. Все, готовы все. Рэмбошар затащил. Затащил. Отлично. Мы, кстати, получили новый уровень, и смотрите, мы получили выполнили квесты. Победить в битве и получить второй уровень. Отлично. Так, давайте скиллы прокачаем. Наверное, на урон. Нет, давайте на деньги, потому что деньги важнее. Все-таки мы на них покупаем шмотки. Давайте сразу второй уровень возьмем. Окей, готов. О, смотрите, скилл почему-то нету. Он что, кончается? Типа расходник, что ли? Ладно, ничего, сейчас мы без него затащим. Оп. О, они все опаснее и опаснее стоят. Они все быстрее и подвижнее. Но они до сих пор легко стреляют. Ой, смотри, стреляющие появились. Ну-ка. Ока. Опасно, чуваки. Но они все равно сливаются очень быстро. Поэтому они ничего такого не делают. Вот эти вот с ближним бою еще есть. Оба. Ну, в принципе, оба. Это кто такие? Блях, чуваки. Так. Броня. Хоп. Все, они. Ой, какие опасные чуваки. Они зажимают меня кучкой. Ой, что произошло? Что это было? Ладно, мультикил. Ничего, давайте мы их. Мы сделаем их. Из них еще разные улучшения выпадают. Вот смотрите, например, аптечка. Также из них деньги, мани выпадают, да? Какие-то толстые чуваки. Ну ладно, мы их сейчас сольем тоже. Оба, левел-ап, смотрите. Да не забудьте купить скилл. Все, всех слили. Отлично, все они уже мертвы. Ну, конечно, против боевого шара такое попрешь. Так, новый. Уровень. А, смотрите, тут. А, вот скиллы. Можно прокачать, и получается, мы будем выпускать 4-5 ракет будем выпускать на втором уровне. Давайте возьмем. Теперь мы выпускаем 5 ракет, но почему-то я не мог использовать скилл в бою. Не знаю почему. Так, мы убили 20 врагов. Отлично. Убить 20 врагов. А, 20 ядовитых бомб, я не знаю, что это значит. А, давайте прикупим оружечку. Я, наверное, на дальний бой буду пока. Потому что вот эту фигню хочу купить. Дальний все-таки. А, смотрите, мы можем несколько таких штук. Давайте вот сюда вот прикрепим вот это, а и меч на бока, чтобы к нам подойти не могли. И мы могли навернуть им, если они подойдут. И смотрите, восстанавливать наши скилл-поинты, то есть улучшение какое-то. Давайте тоже возьмем. Пойдем дальше. А, каменный остров у нас дальше. О, охренеть просто. Вот это жестко. Ну-ка, оба. В ближнем бою их можно. Кстати, ближний бой прикольная штучка. Зачем я назад прикрепил? Блин, задом неудобно стрелять очень. Смотрите, у нас появились на пятую кнопку какой-то инжектор, который я ставил, но он не работает почему-то. Ой, меня сливают. Да, опасные чуваки. Довольно опасные. Ну ничего, мы сольем их. А, мой ближний бой сильнее вашего. Ой, они меня зажимают, это куча всей. Зачем я на задницу себе пулемет прикрепил мощный? Надо было вперед прикреплять его. Ну ничего, мы. Energy. Опять же, скилла у меня нету почему-то, я не знаю почему. Надо разобраться с этим дерьмом. Почему это мне скилл не дают, мы. Ой, у меня хп пало. Они довольно опасны, если кучи нападать. Ну, мы их сейчас перерубим просто. Идите сюда, сволочи. Мой меч больше. Ну тоже они сливаются. Тут этот бой был довольно сложный. Оба. Я, наверное, на ближний бой лучше вкачаться, то, что он что-то прям имбовый какой-то. Всех вообще валит на повал. Так, отлично. О, 100 монет заработали. Прекрасно просто. Скилл мы не получили, кстати. Почему я не могу использовать свой скилл?
То есть вот сюда надо ставить активный скилл. Что можно прикупить нам? С первым делом поставить пулемет вперед. И, наверное, я прикуплю ближнего боя оружие повыше. Потому что они к нам подходят все-таки сейчас. Ближнего боя враги все. А с ракет у меня еще остался на что-нибудь. Ну, я не знаю, потом, наверное, money character. О, примагничивать, что ли? Ну, или что типа того, я не знаю, как это переводится. А, красная это тревога миссия называется у нас. Ну, давайте посмотрим, что там. Ух ты, топор прям. Вот, сейчас получше уже прям. Оп. Все вообще полегче сливается. Блин, где ближний бой? Мне нужно ближнего боя, чуваки. Они будут драться со мной, я их просто изрублю и уничтожу. Оп, активный скилл. Надо его каждый раз ставить, не забывать. И я не пойму, вот этот мой инжектор, который стоит, он на кнопке 5 стоит, но она не работает. А, он кнопка 2 используется. То есть восстанавливает мне хп. Прикольная вещь. Это такой расходник, видимо. Их 5 штук всего. Вот, видите, мы как сливаем их прям. В ближнем бою нет равных. Оп, оп, оп. Прям красиво так выходит. Ну, пока они вроде на изи идут. Я надеюсь, здесь будут боссы какие-нибудь. Это скучновато это будет, наверное. Опа. Все вообще, на изи подходит. Ближний бой все-таки здесь тащит. Все, мы слили всех. Как-то этот уровень легче намного, чем задний. Но это все из-за того, что я на задницу прикрепил, собственно, пушку мощную и бегал с ней. Так, давайте посмотрим в шопе. Сразу же, давайте вот возьмем вот такое, чтобы не бегать, не собирать эти оружия. А это можно продать? Да, можно продать, отлично. И давайте прикупим топор на вторую все-таки. Он... А... Короче, он помощнее будет, да? Да, помощнее. И, наверное, пушка будет одна мощная впереди, чтобы все-таки что-то было. Смотрите, у нас разделение на миссии, то есть можно пойти вверх, вправо, и давайте вот бомбцовой. Все-таки сложность медиум написано. Хоть что-то посложнее. Все, мы как вентилятор уже топорами этими крутим, просто всех месим вот так. Мы такой самый толстый, борзый такой самый шар. Ух ты, напали синие. Синие. Ой-ой-ой, как они быстро-то меня убивают, аккуратнее. Опасные шутки с ними. Вот этими синими они прямо это... Звери какие-то. А вот эти мелкие, их уже можно в ближнем бою сливать. Опа. Я юзаю специально скилл свой, чтобы не подохнуть. Чего? Расходник, то есть. А это кто такие? Ой-ой-ой, это бомба. Ну-ка, пошли от меня. Вот это вообще плюшка, которая притягивает деньги, она прямо очень полезная. Не надо бегать за этими деньгами все. Вот такая тактика хорошо пойдет вообще. То есть, в ближнем бою, по бокам, топоры, чтобы они не приходили к нам. И мощная пушка дальнего боя. Но меня все равно сейчас сольют почему-то. Тут слишком сильно, видимо, слишком тяжело проходить это все. Надо было полегче миссию брать на себя. Ну ничего, вроде тащим. Вроде нормальные, пока не приходят. Кто это такие вообще? Какие-то бессмертные чуваки. Но они довольно медленные, потому что не догоняют нас, поэтому все в порядке. Ай-яй-яй, бомбы. Ой, подстава какая, а. Они прям из откуда? Смотрите, мы можем, кстати, выжить. Я думаю, мы просто подохнем сейчас. И что это за зеленая фигня? У меня какая-то молния накапливается. А, это скилл, видимо, перезарядка. Вот они не туда летят вообще, все эти ракеты. Ой, смотри, хилк. Оба. Ой, повезло-то как. Смотрите, мы выиграли все-таки, я думаю, мы просрем. Ну ладно, нормально. Ой, сколько денежка-то получили. Так, новый уровень, отлично. Что у нас тут по миссии-то? Окей, ничего такого нету. Давайте пойдем с первым делом в шоп. Я хочу себе прям такую имбовую пушечку купить, прям мощную, чтобы всех разносить. Вот, давайте вот продадим вот это. Да. И купим вот это вот. Рефризерейтор. То есть, замораживалка, что ли, получается? Ледяная пушка. Скилл я, наверное, вкачаю на все-таки на деньги. Все-таки больше денег, больше веселья, как всегда. Смотрите, тут еще мне нужно глубже идти. Называется. Ух ты, мы на дне морском, посмотрите. Ой, что я купил-то? Ой, как прикольно. То есть они стают хрупче, получается, когда их замораживаю. О, ну тут прям вообще они легкие, они ко мне подойти даже не могут. Просто топором их сметаю всех. Оба. Грамотно крутимся так, главное, и чтобы не попадать под клинок. Смотрите, они уже пошли тоже необычные, то есть у них меч один и пушка, чтобы стрелять. Но не сильно мне нравится этот рефриджератор, то есть холодильник какой-то местный. Он что-то просто морозит, но не убивает, по-моему. Ну-ка, нет, убивает, слушай. Но он медленно стреляет, я все-таки люблю больше скорострельность. Так, мы их слили. Ой, это что, босс, что ли? Ух ты. Довольно крупный чувак.
Но он еле-еле стреляет. Нате ракет. Все, мы завалили его. Слился. Ну, это недостойно босса. Просто недостойно. Просто слишком легко, слишком изи его убить. Так, ну он крепкий довольно, но он ничего не может сделать просто. Никчемный такой. Ой-ой-ой, а вот это уже опаснее, с бомбами его. Помощников своих подозвал, да? Толстый шарик. Так, у нас проблема с бомбами, они как-то подходят ко мне и взрываются. Надо бы как-то их сдалека убивать. Ой, это кто такой был? Я не знаю. Опа, это кто такие? Что-то у них... У них мечи одни? А, ну они ближний бой. Они стреляют с задницы, из задницы ракетами. Странные чуваки довольно. Так, отлично. Но они крепкие довольно, очень крепкие. Или у меня топоры просто слабые. Эх, давайте. Давай. Оба. Какие они крепкие-то, у него очень крепкие. Оба, всех сразу. Вот эти мелкие, они более бесявые, потому что их куча, они тебя просто забивают в углу. Надо было расходник купить, как аптечку все-таки. Рейдж написано, ярость. Или что-то типа того. Ой-ой-ой, опасно. Это какие-то камикадзе были, смотрите, у них. Повязки на головах такие, как у японцев. Раньше были у камикадзе. Только у них синие почему-то. Подводные камикадзе. Ой, аккуратнее, что-то пришли-то. Все, мы почти выиграли. Надеюсь, я не убьюсь до конца раунда. Опа, хилочка. Все, нормально. Мы выживем. Живы будем, не помрем. Все, скилл у нас завершен, то есть нам опыта кучу дали. Скилл можно прокачать. Смотрите, открылся новый скилл. Больше шанс выбить какой-то бонус. Нет, да я все-таки деньги вкачаю, потому что давайте на максимум. О, новый скилл появился, кстати. Энергетический щит. Используя этот щит, защищает вас на время от дамага. Давайте возьмем. А, надо его купить сначала, блин. Печаль. Печально, это печально. Давайте продадим вот этот топор. И купим что-нибудь помощнее. А, вот, кстати, посохи. Посохи они притягивают, да? А, смотрите, еще есть броня разная. Какая-то пушки репульсорные. И самая максимальная, это уже броня супер. Какая-то прям прокачанная, что тебя прям вообще охренеть. Ну, вы поняли? Вы поняли, да? Да. Давайте вот это возьмем. ХП инжект. И вот этот. Так. И нужно купить нормальные мечи. Я возьму, наверное, один меч клевый. Вот такой топорчик. И мне не хватит, да, такой же? А, нет, смотрите, мне хватит. Вот, давайте такой топор, а это продадим. И нужно копить на пушечку нормальную. Я хочу, наверное... Где тут скорострельность указывается? Давайте вот на такую вот. Mine Layers. Вот, вот это вот. Прикольно, она имеет большой шанс крита. То есть можно критикал дамаг делать. Давайте пойдем по морю все-таки. Под водой лучше. Ух ты, смотрите, какие бывал половы прям. Ух ты, они прям сносят их. Вот это мы сейчас тащим вообще, прям кружимся. Они просто с одного удара погибают. Мы еще так бомбами их закидаем. Оба. Прям месиво происходит какое-то на экране, я не понимаю. Опа, вот эти крепкие, они меня окружают просто. Левел ап. Но они ничего не могут сделать, потому что в этом раунде все... Ты кто такой? На тебя молотком. На, еще раз. Это тоже мини-босс местный на уровне. Мелких мы просто сносим с одного удара, они ничего нам предъявить не могут даже просто. Ох, еще. Они позвали босса, чуваки. Ну мы его сейчас... Оба! Толстые какие, а? Толще меня. Никто не может быть толще меня. Я тот самый толстый, самый наглый. Тот шар, который самый всех делает. Так. Инжекторы. Вот эти вот, они стреляют какой-то фигней, пузырьками. Они мощные вроде бы. Я не понимаю, что происходит. Подлагивает немного, не знаю почему. От эффекта всех на уровне. О, он ракеты стрелял. Все, мы всех убили. 1000 получили. Как раз на мою пушечку. Прям, мах, подошло. Отлично, мы получили скиллпоинт. Я, наверное, возьму все-таки щит, потому что он будет защищать меня, а у меня ХП прям улетает в счет. Так, мне нужно понять, как здесь так скорострельность учитывается. То есть, смотрите, у этого 10 урон, 25 это скорострельность. Да, это, по-моему, скорострельность. Нет, это не скорострельность. Ну ладно, главное не прогадать, вот, наверное. Ну, вот эту пушку возьму все-таки, она вроде дорогая какая-то. Так, и, смотрите, используется... Как сказать-то? А, энергии. То есть у нашего шара ограничена энергия, и она может кончиться, и то есть мы не сможем вешать оборудование. А что с ним сделать надо? Видимо, как-то можно повысить этот допустимое ограничение. Давайте купим себе вот этот мясницкий нож. На одну эту поставим, а это продадим. То есть ножи не используют энергии, как я понял, почти.
Оружие использует энергию. Давайте пойдем дальше по морю. Раз уже начали по морю, то пойдем. О, это лазер. Он... А, это снайперская винтовка, окей. Прикольно, на боссов как раз самое то, потому что они довольно жирные, и мы их можем убить просто с нескольких выстрелов, наверное. То есть, смотрите, можем использовать щит. И сколько он защищает? А, у нас энергия внизу справа, видите, возле ХП? Энергия у нас кончается, и щит выключается. Вот, давайте проверим сейчас наше оружие. Оба, с первого раза, ваншотит всех. Это ближний бой, они ничего не могут делать. Все-таки имбови здесь будет, наверное, делать ближний бой, потому что он прям... Вот, смотрите. Оба. Оба, с двух ударов прям. Мы еще ближний бой можем применить. Оба, включаем щит и на него прям. Все отлично. Тут буксы, они вроде еле-еле... Он просто стоит на месте и ничего не делает. Крутит меч свой. Оба. Нормально, мы выживем. С таким-то уж разгоном. Враги все остаются бешеные и бешеные. У них появляются новые скиллы, новые оружия. И они просто кучей нападают. Они стоят больше, жирнее и вообще прокачаннее. Но мы-то не промахи тоже, ребят, да? Мы вообще вас всех их вообще прям сносим для СК. На раз прям. Оп, оп. Так, ну пока все на изи идет, несмотря на то, что мы прошли по самой сложной тропинке, так сказать, на которой были написаны медиум. Получили мало денег за этот раунд, непонятно почему. Мы прошли квест. Ага, смотрите, если мы выполним этот квест, то нам дадут новую пушку. Прикольно. А, закончить с 95 хп, то есть уровень. Все-таки я, наверное, прокачаю еще нам мани. Больше мани, больше пушек, больше всего, больше крутости. Понимаете? Нужно купить, наверное, что-нибудь типа такого, какой-нибудь пират армы. А, используется. Увеличивает шанс на крит. Тоже опять увеличивает шанс на крит. Защищает ваше тело. Шипы еще бьют врагов. Разные улучшения. А тут что у нас? Невидимость, антидот, урон. Какой-то скилл увеличивает вашу броню. Вы быстрее стреляете, вот это полезная фигня. У вас увеличивается скорость бега, восстанавливает вашу энергию и восстанавливает ваше ХП. Это как бы перевод, да, если кто не понял. Давайте купим меч вместо топора. Все-таки ближний бой, я же говорил уже. И что-то тут как-то все на изи. О, наконец-то. Сложность средняя. Ну, давайте посмотрим, что там. Вот это, что-то этот нож меньше, но, наверное, мощнее будет. Оба. Ну, эти нам ничего не могут предъявить, мы просто их... Не даем к ним подойти. Вот это уже опаснее. Щиты, давайте на них прям лезем. Щитом, оба. Вот этот щит вообще полезный скилл, потому что мы прям на них можем лезть и не опасаться, что нас убьют. Оба, босс появился. Это какой-то прокачанный. Ой-ой-ой, опасно-то как. Блин, зачем я забыл хилку взять. Вот этот босс довольно опасен вообще. Так, аккуратнее, не сдохнуть, главное не сдохнуть. Что-то я переоценил свои силы, по-моему. Вот тут какой-то взрыв еще происходит. Ой, тут враги-то какие-то. Прям эти. Оба, нас завалили. Вот это было неожиданно. Давайте пойдем по другой ядке. Потому что что-то там уже, походу, я неправильно вкачался. Это все из-за пушки, я фигово взял снайпер. Надо накопить на нормальную пушечку, прям такую. Но это, наверное, легкие враги, потому что они тут на первом уровне. Они даже не дают мне подойти. Вот падлы какие. Нужно длинный клинок какой-нибудь. Знаете, они похожи такие на... Это человек-пауков маленький. Голова человека-паука. Че я вообще несу? Ладно. Ничего такого, это камикадзе тут уже зеленые почему-то. Мутируют, видимо, со временем. На суше зеленые, в воде синие. Так, этих мы сливаем просто с снайперки. Да, мне вообще не устраивает моя пушка, она какой-то фигней мается. По одному выстрелу это вообще ни туда, ни сюда. Я так еще и какие-то взрывы, понимается, что-то происходит. Мультикил какой-то, мультискил. Или мультикил. Вот вам щит, и вот так вот бат вас. Делал. Манал я вас всех. Снайперский выстрел. Офигенный, да, снайпер из меня прям. Попасть не могу по врагу. Ладно, вы ближний бой, давайте нападать. Я готов. Ой, это кто такой? Ты особо толстый, да? Оп. Оп. Да, из меня хреновый вообще стрелок. Особенно на меткость.
то есть снайперские винтовки. Надо вот этого козла с лезвием большой добыть. Да ё-моё, чё, всё, отлично. Ух ты, тысячу туда дали. Давайте прикупим себе нормальную пушку, вот. Майнлайер я не хочу, потому что он, видимо, будет стрелять минами. Это какая-то фигня. Вот, бластерган. Он вроде прикольный, но сколько это стоит, мой? 500. 1700 мне не хватит. Давайте я прикуплю, что ли, что-нибудь интересное. Ну, во-первых, надо ХП прикупить вместо вот этого вот. А, так у меня был. Давайте я еще одну миссию завершу. Оба. Так, кто здесь у нас? А, ну крафти, чуваки, мы познаем, вас убивали. Оба, оба. Хоп, всех прям сливаем по-быстрому. Так, используем щит, пока у нас он есть. Используем ХП, чтобы разрегениться немного. Ай, зажимает, зажимает. У них длинные клинки немного. Еще непонятно, как это крутится вообще, меч. Он то влево, то кругом, то вправо, то он заедает. Не вовремя. Ну, у нас хилок много, в принципе. Они дешевые, 40, по-моему, стоят, 40 кет. Также мы увеличили урон сейчас. Так, щит и всех прям на всех лезем. Так, щит закончился, как быстро. Ну, эти мелких можно вот так вот, в принципе. Оп, все. Так, вот эта козлина большая. Надо опасаться его выстрелов. Особенно у него ракеты, если... Ах, прям на него лезу, а. Вот и дурак-то. Так, скилл и на него давай. Оп. Все, отлично, убили его. Так, так, у нас мало жизни, это очень... Ой, с бомбы появляется опасность. Очень опасно. Оп. Тут главное попасть на... Оп. Оп. Все, отлично. Ты кто вообще такой? Кто это вообще? Ладно, они просто ближнего боя, это все хорошо, но нас не сольют. Ой-ой-ой, опасный. Так, щит, и на него давай. Оп. У меня 0 хп, 0 хп. Оба, хилка, отлично, немного вылечился. Так, все, просто они вроде бы не сильно подвижны, поэтому можно просто вот так по кругу. Они зажали меня, сволочи. Ах, печально. Давайте пойдем сюда. Нужно еще немного денег, и я вас всех вообще солью, наверное, с этим плазмоганом. Нужно не лезть на врагов, я понял, потому что они все равно убивают быстро меня. Хоть и мощный у меня ближний бой. Это все из-за того, что я попасть не могу к врагам. То есть у меня пушка не сильно скорострельная. И я просто не попадаю один выстрел. Это значит, что я несколько секунд еще буду стоять метиться заново. И это уносит враги меня, пока я там в целью стою. Вот босс, например, который без дальнего боя. Отлично придет как мишень просто. Он большой, в него легко. Ой-ой-ой, ты что делаешь-то? Они нагреваются, что-то. Не кипятитесь, не кипятитесь, чуваки. Я тут проходом. Все, мы разозлились так. Рэмпейдж у нас. Мультикилы всякие, вся херня. Мы озверели, наши клинки просто остры, как не знаю чего, что-нибудь. Что есть у нас острые? Так, все, отлично, мы выжили. И получили целых 900 монет. По-моему, это из-за скилла я так и хрена получаю. Дайте продадим это дерьмо, оно мне не нравится, оно фигня. И я хочу бластер. Оп. И осталось $300 на какую-нибудь фигню. Хорошо бы купить вот эти вот месседжерсы. Давайте еще накупим кучу вообще этих вот... Кстати, они дороже стоят. Хилок они все-таки будут полезнее. То есть, смотрите... А, это на дамаг. Так, у нас есть парвьюк. Давайте это токсический какой-то лес пойдем. Ну, он хоть побыстрее будет. Ух ты, ваншотит прям. Отличная, отличная фигня. Ух ты, что это такое? Он во все стороны стреляет, что ли? Что вообще происходит? Во, вот это уже получше пушечка будет. Ой, бомба опасная. Они токсичные, бомбы токсичные. Вот это я понял. Что там такое происходит? Фу, вы кто такие? Дышит на меня прям неприятным запахом изо рта. Смотрите, я отравлен. У меня хп снижается, они зеленые были. Так, куда вы лезете все? Мы попали в какой-то токсичный лес, потому что тут все какие-то зеленые, все болеют какой-то фигней, тут грипп переносит мне. Но мы левелапнулись, это главное. Все, остальное вроде идет нормально. Вот эта пушечка, она прям хорошо работает. И вообще прям прекрасно, она меня прям радует. Всех ваншота вообще прям. Ай, травит меня, сволочи. Затравили. А это что за большой камикадзе с мечом? А, это, то есть, плюшка, она стреляет во все стороны. Ой, ну еще и травит меня. Так. Блин, зачем? Я купил дамаг. Блин, я купил не хилки, а дамаг.
не давать подходить этим козлам большим, они меня травят. И вот этим тоже. Вообще никому нельзя подходить. Уйдите от меня, падлы. Все, готов. Ой, еще один. Ну ничего, они вроде не сильно струнные. Все, еще один. Что такое? Опа. Эх, у меня есть щит. Все, мы затащили. У нас куча денег и куча скиллов. Новый трофей. Смотрите, мы получили, кстати, выполнили ачивку. И получили, то есть, себе плюшечку, плюшечку. А что за пушечка? По-моему, она фигня. Фигня такая. А, то есть, смотрите, мы открываем новые пушки особые. Они бесплатные. И они стоят бесплатно. Я не знаю. Они вроде довольно слабые. Я все-таки оставлю, наверное, свою, потому что они вроде как слабые немного. И продам вот этот старый клинок. И куплю CPU. Вот, отлично. И на этом закончу первую серию. Я, наверное, запишу еще несколько прохождений. Ну, до конца, я не знаю, пройду, нет. Ну, просто запишу, мне вроде понравилась игра, и я буду записать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Комментируйте, обязательно комментируйте. Всем спасибо, всем пока.